Креатин – это натуральное вещество, которое содержится в нашем организме и является одним из основных элементов снабжения мышечной ткани энергией, так необходимой ей для сокращения. При попадании в организм около 95% креатина находится в мышечных клетках, где он и обеспечивает их работу. Для того, чтобы лучше понять, как работает креатин, можно привести в сравнение автомобиль. Для того, чтобы двигатель завелся, нужен бензин. А бензином для мышц является элемент, который называется аденозин-трифосфорная кислота, или в аббревиатуре АТФ. Далее, объем топливного бака в каждом автомобиле различный. Так вот, количество АТФ, необходимого для работы, то есть бензина, который необходим для работы мышц, в среднем на 10 секунд высокоинтенсивного тренинга. И тут в качестве заправочной станции для вашего автомобиля приходит креатин в виде креатинфосфата. Таким образом, роль креатина и креатинфосфата заключается в экстренном переносе энергии для синтеза АТФ и, соответственно, для мышечного сокращения. И чем больше креатина в вашем организме, тем больше вероятность продолжения длительной интенсивной тренировки. Основная форма приема креатина – это креатиномоногидрат. Общепринятым считается, что креатин начинают принимать с так называемой фазы загрузки, то есть это 5 дней по 20-30 граммов ежедневно, с последующим переходом на поддерживающую фазу по 5-10 граммов ежедневно. Другая схема приема креатина заключается в том, чтобы вообще не использовать фазу загрузки. Она допускает прием 5-10 граммов креатина в день на протяжении всего курса, который составляет около 2 месяцев. В идеале креатин следует употреблять сразу после тренировки, когда мышечные клетки способны усвоить максимальное количество веществ. Однако, если вы используете фазу загрузки, то прием креатина следует разделить на несколько равных частей – до тренировки, после нее и перед сном. Еще одним важным вопросом является то, с чем принимать креатин. Считается, что наиболее эффективным идет усвоение креатина в случае его сочетания с быстрыми углеводами. Вы можете примешивать его или в ваш гейнер, или любимый сок. Однако, если вы придерживаетесь низкоуглеводной диеты, вы можете употреблять креатин и без углеводов, хотя при этом эффективность его несколько уменьшится.